берега Амара. Строительство платной дороги в разгаре, так скажем. Ну, как снимают, сколько почву снимают. Прям. Я все думала, как же они тут дорогу будут делать. А тут элементарно все сняли, вывезли грунт. И вот тебе дорога ровнее, беспроблемная. Ой, сколько песочка. Я представляю, сколько там камушков я бы для себя собрала. Для своего огородика, для клумбочки. Контроль перекрестка. 90 км/ч. Нормально. Мусор потеряли. Или выбросили. Ух ты! Все в машинах, все в автомобилях. Контроль перекрестка. Саш, я сразу 90 км/ч. Я сомневаюсь, конечно, что там розочки мои остались. Леруа Мерлен. В садовый отдел я пойду схожу потом. А сейчас мне нужно заглянуть вот в этот отдел. Леруа Мерлен, видите, так они называются сейчас по-другому. А вот вывески так и остались. Леруа Мерлен. Ну правильно. Если меня зовут Люда, и сейчас я возьму другое имя, на что имею полное право, конечно, официально. Вот, ну как-то все привыкли. Люда, Люда. А тут буду, я не знаю, Настя какая-нибудь. Цветочек зацвел. Помню, сколько цветочки эти стоили. Сейчас у них почему-то нет цены. И нет названия. Но это очень дорогие. Вот, приблизительно вот так вот. Да, забыла поздороваться всем. Приветики. Кажется, не помню. Забыла, не забыла. Так, крышки, Леруа Мерлен. Брать крышки, не брать. Не знаю, или мне хватит того, что есть. Ух ты. Ух ты, смотрите, листья какие. Такое чудо я вижу впервые. Это какой-то, я не знаю, типа кокоса, что ли? Да? Да, очень жесткий фрукт. Обалдеть. Диффенбахия, да ну. 2-3 тысячи диффенбахия. Они растут как сумасшедшие диффенбахии. Я срезала, поставьте даже без воды, бросьте на подоконник. Она даст вам корневую. Смотрите, сколько баночек. Сколько баночек! Сколько крышечек! Кстати, здесь наверняка будет дешевле всего. Крышка москвичка. Сталь, 252 рубля. Вот. Такие я не беру. Почему? Потому что они ржавеют. А вот желтенькие я беру. Ну-ка. Желтенькая, да? А желтенькая стоит 310. Буду выходить. Ох, не забыть бы взять, а? Это желтая или нет? Или белая? Но нету цены, нет. Да. Вот. А, вот такие, Светлана, у меня были. А, вот они, вот сколько стоят. 480 рубликов, вот так вот. Кстати, вот. Прям нужно взять. Ой, кстати, девочки, я на Вальберес купила вот такую машинку закаточную. Прям она щелкает. Машинка закаточная Авто Виктория. То есть она сама закручивает и сама раскручивает. Вот такой щелчок, прям щелк и раскрутилась. Щелк меня этот пугал и до сих пор пугает. Но машинка! Взяла я ее, чтобы вам не соврать, заглядывать сейчас не буду. 800... То ли 850, ну, короче, 800 где-то, вот так вот. Ни больше, ни меньше. Но здесь, пожалуйте, но сразу говорю, машинка, вот, прям советую.
Ну и, конечно, вот эти штучки. Эти штучки очень хорошие, кстати. Стерилизовать банки. Кто-то стерилизует, вот такая для широких банок, что ли. Кто-то стерилизует в духовке, кто-то стерилизует в микроволновке, кто-то обливает просто кипятком. И такая у меня есть, и такая, и всякая, и другая. Вот. Вот такой штуки у меня нет по той причине, что над ней не должно быть вытяжки, я имею в виду над плитой. Закаточная машинка, 620 рублей. О, я такой даже не пробовала никогда. Вот она выставлена, вот она, вот она. Стаканчики мерные, хорошие. Большие я тоже купила, большой. Зачем? Валяется где-то в кладовке. Так, лейки, ну-ка, лейки. Вообще-то я за розами зашла. Есть у меня такая лейка с широким горлышком. Но мне бы хотелось еще шире. Вот они, но... Вот они, но... Это... Блин, крышки не забыть бы, а? Вот они. Для чего? Это для огорода мне нужно было. А сейчас? А сейчас нет. Почему? Потому что я давным-давно не замачиваю траву. Вы знаете, вот эту вкусняшку-вонючку делать. О, зато мне ситечки, знаете, какая выгода. Знаете, какая вещь? Вот эти маленькие ситечки. Конечно, у меня есть и большие ситечки, и вот такие, и другие разные. Я протираю ягоду, когда делаю джем. Ну, через такую маленькую протирать вы не будете, естественно. Вот, а чуть побольше нужно. Там вообще ничего нет, ни одной косточки, ни одной ошметочки, ничего-ничего. Джемчик получается светлый, нежный, классный. О, это, я думаю, выжималка для яблок. Соковыжималка ручная мастерица. 8328, кстати, самое, что ни на есть, это и есть вот эти ручные. Так, а это что такое? Мастерица. Для всех видов плит, консервирование, усиленное дно и горловина, предотвращает прогорание, толщина 5 мм, надежный прижим, винтовой стелис стального бруса, вместимость 24 банки. Какая штука! Интересно. Радуйте себя натуральным деликатесом, приготовленным своими руками. Автоклав белорусский, 33 литра. Ну, такое... А, вот, цена его, автоклав. Ну, наверное, хорошая вещь, но я думаю, что она мне не нужна. Так, баки. И мне нужно... Коль я купила гортензию, мне нужны пересадить. Девочки мне посоветовали пересадить сейчас, для того, чтобы они укоренились. Вот сажать я их на постоянное место не буду, я их, так сказать, прикопаю. О, какие тазики шикарные. Нифига себе, с такими собаками. Я что-то впервые таких вижу. Тазики алюминиевые, кстати. Где цена? С кастрюля с крышкой. Так. Миска 360. Алюминиевая, а, вот цена, 1114. Ну, чисто за алюминий. Алюминий, чугуний. Так, стоят розы, отсюда вижу. Ах, как я хотела. Почему я, вот знаете, как говорят, лучше купить и жалеть, что купила, чем жалеть о том, что не купила. Вот я не купила розу в прошлый раз, и мне эта роза не дает покоя. Это то, что я по весне покупаю. Я потом жалею, что я накупила всего много, оно все пропадает. Биденс за 800 рублей. Биденс за 800 рублей. Представляете? Блин, горелый. Я до сих пор не могу успокоиться. А роза стоила 325 рублей. Отличненько. А вот какую брать? Розовую, желтую. Вау. Или вот эту вот. Нет, все-таки розовая глазу приятней. Ой, а вот это какая? Посмотрите, ее туда. Почему-то ее туда зашпиндючили. Она и не розовая, она какая-то. Мамочки дорогие. Ладно, потом телефон уберу, потом достану, посмотрю. Красивые, да. Или белую. Вообще. Неделю продаются, значит, завезли много. А я так переживала. Значит, купим. Обязательно купим. Так, надо брать тележку. Тележку и идти покупать калимагнезию. Пока она есть, пока, как говорится, недорого. Тележечку, тем более Саша сказал, мне поможет в этом. Я имею в виду, поддержит меня.
денежно. Денежно. Вот, смотрите. Фосфорно-калийная осень, пожалуйста. Ому, осень, органоминеральные удобрения. Ому, осень. Так, ому, ты сколько килограмм? Большой, короче. Осенние для плодовых растений 1,5 килограмма 255 рублей. Это вот это вот. Вот. Куда я все это подевала, я вообще не знаю. У меня были где-то, надо поискать. Вот это сколько меня стоит, меня интересует, вот это. Это же не 1,5 килограмма. 3 килограмма. Длительное действие увеличивает содержание сахаров, повышает зимостойкость. Смущает меня то, что нет цены. Цены нет. И здесь цены нет. Тут такое средство для защиты садовых растений от болезней. Так, и здесь цены. Ну, я видела, девочки там цены наклеивают. Так, от муравьев. Ладно, так. Ускоритель компоста. Зачем поставил туалет на улице, не знаю. И вот понабрал вот этих штук, Саша. Где-то там валяются. Естественно, где-то валяются. Кертика. А что такое? А что такое? Вообще цен нет. Цен вообще нет. Так, я людям мешаю, наверное, конечно. Да, очень плохо, что у девочек еще в прошлом году было удобрение конское. 200 рублей, что ли, мешок был. Органическое удобрение с цеолитом и аминокислотами. Супер ягода. Так. Супер ягоды. Органическое удобрение с цеолитом и аминокислотами конское. Форте. Ну, Форте... Мы уже знаем, очень дорогое удобрение, а там кто его знает. Может, они одумались, так скажем. Посмотрели, что не берет никто. Фокс Друмонда где-то валяется, так и не посеяла. Ой, а, мне Саша сказал сейчас, ты безалаберная. Я говорю, что за слово новое появилось в твоем лексиконе? Объяснись. Загугли. Сказал, загугли. Безалаберная. Я говорю, что, без лап, что ли? Лабы, я имею в виду, ну, ноги. Безалаберная. И что-то как ляпнет, я не могу. Хоть стой, хоть плавай. Вот, вот, вот. Удобрение коровий навоз 188. Удобрение доброе сила 188. 2 килограмма. Так, 5 килограмм. 435. Мужчина, вы мне нужны прям, караул как? Я знаю, что вы такой умняшка. Посоветуйте мне, чем мне кормить вот эти, где кислая почва. Господи, забыла, ягода сладкая. Голубика провалится на пропадом. Вот, мне что посоветуете, чем ее кормить? Зайдете в магазин «Магнит» или «Пятерочка». Не хожу туда, к сожалению. Зря. Ну тогда зайдите, ага, в «Вкус Вилл», в «Ленту». Ага. Приобретите лимонную кислоту. Есть, дома есть уже. Разведите. Угу. 10 литров, пачка 100 граммов. Ага. И пролейте. Лучшего кислотного вы не найдете. Нет, нет, а питание и еду. Это и есть питание. Чудеса. А что, ей не надо голубики, этот вот курильный навес? Как это? Ну зачем курильный? Добавьте серно-кислый калий. Уже добавляла в этом году. Все. Понятно. Так, а вот это вот сейчас не карась, что ли, на 10 литров. Вот это вот я тоже сегодня открыла, хотела, так скажем, гортензию свою покормить. Посмотрела, а там на 10 литров. Вот интересно, ее можно перелить в бутылочку и потихоньку разбавлять? Вот это вот. Блин, ну как же он так посоветовал? Вот смотрите, а что, мешок разорванный, что ли, да? Обалдеть! Посоветовал мне мужчина только эту янтарную кислоту или какую там кислоту. Я в шоке! А как это так? Гуми-оми универсальная. Гуми-оми универсальная. Да ладно! Вы что, шутите? Я раньше покупала его, понимаете? Пахнет перегноем, то есть сплошной перегной. Богатыря, кормилица микориза. О, вот этой микоризочкой я пользуюсь. Ничего себе, микориза уже стала стоить. Мама дорогая. Ну хорошо, хотя бы вот эти маленькие пакетики есть. Так что вот, смотрите, я в шоке. Он, правда, умняшка, вот этот мужчина, который я спросила. Он, ну, как бы работает на совесть, знает много. Ну, пойду я, конечно. Так, суперфосфат, карбамид. Пойду я за тележкой, наберу, нагреву. А, вот, девчонка мне написала, сульфат аммония раскисляет. А как же раскисляет, если здесь
21% вот это вот самые-самые, как говорится, первые, которые не должно быть сейчас. Я ничего не понимаю уже в политике вот этих вот всех блогеров, потому что один говорит одно, другой говорит другое. Вот, пожалуйста, вот как раз я хотела сульфат аммония купить для всех этих вот гортензий и для всех, кто любит кислые почвы. Сульфат аммония 104 рублика. Ничего себе! Фертика самая для ягод. Ягоды. Да ладно! Тоже по не придумают. Азофоска. Вот, зачем я приехала. И сейчас буду брать. Прям буду брать штук 10 сразу. Это 880 рублей. Это почти 1000. Так, удобрение карбамид. Экофоска. Диамофоска. Диамофоска, экофоска. Суперфосфат. 93 рубля. А там суперфосфат. Так. Двойной. Какая разница? Двойной суперфосфат. Вот смотрите. Селитра аммиачная, фертика, барафоска 80 рублей. Вот, кажется, нитрофоска. 10-11. Нитрофоска кислым, как говорится, закисляет почву. А скажите, пожалуйста, вот нитрофоска, она закисляет почву? Не очень сильно. А кто закисляет? Вот аммоний, что ли, или как? Вот это, да? Все, спасибо. Отличненько. Вот его как раз я и возьму. Значит, и штука, и другая закисляет почвы. И сейчас я посмотрю, где она есть. И спасибо девочке, что она мне написала. А стоит она 104 рубля. Но придется брать, так как у меня есть гортензии. И есть другая ягода, которая требует закисления почвы. О, магний и сера, смотрите. Еще моя! Ё-моё, цена какая. Нет, это я лучше магний куплю, маленькую пачечку. Ну все, я на этом буду заканчивать свою, так сказать, вот эти вот. А, не буду заканчивать, не буду, смотрите. Так, значит, для клубники, земляники. Не-не-не, здесь было для других цветов. Для клубники нет. А для, где для гортензии? Где для гортензии? Это безобразие, сейчас будет скандал. Сейчас я буду скандалить. Да. Представляете, разобрали. Я в шоке. Так, ладно, на этом заканчиваю, правда, свое видео. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто лайки ставит. Всем пока-пока. Вот они, кого я искала. Я их и нашла. Форте. Дело в том, что очень удобно сделана маленькая пачечка такая. Здесь грамм 100, наверное, да? Да, точно, 100 грамм. Вот то, что я искала. Магний и сера для гортензий. Вот, можно работать как под корень, так и по листу. И цена. Ну, все-таки не так дорого. Вот. Но тут есть чего только нет. Гортензии, но дело в том, что я искала именно вот эти вот. Вот. Так, ну все, нашла, слава богу, радость великая. Побежали брать полимагнезию. Вот те же самые дефенбахи, которые там за 3000. А здесь она стоит 355 рубликов. Растут они, знаете как, вот, как говорят, как на дрожжах. Просто они у меня были, поэтому одно время прям так хотелось, прям хочу, не могу. Соседка одна взяла, выбросила, прям обрезала, выбросила эти, ну, вот эти вот стволики. Я взяла их, укоренила, навыращивала их целое море, а потом сама их выбрасывала. Ну, как бы ставила в коридор на подоконник, кто хотел, подбирал, кому они нравятся, вот такие листики. Очень симпатично, если у кого нет растений особо таких и не нужен за ними уход. Ну, какой-то там особенный уход. Их никто не поест, они не будут у вас болеть. Вот эти дефенбахи. Черт, моя тележка едет, бог знает как. А про вот эти слышала, что они очень капризные. Я не знаю, у меня была, куда я ее делала, тоже не помню. Цветок есть, который я хочу. Я тоже слышала. Какой-то там класс капризности у них. Сейчас я покажу. Сейчас я просто выеду с тележкой. Вот, я тоже хочу. И это я хочу. И то я хочу. Я все хочу. Понимаете? Так, все. Я надеюсь, что я вот так вот под пальму встала, что я никому не помешаю особо. Вот кого я хотела. Вот этот бархатный лист. Вот этот бархатный лист. А сколько он стоит? Сколько ваша корова дает молока? Почему корову вспомнила? Не знаю. Ой, с
Смотрите, какие горшки. Ё-моё. Ты горшочек, ты мешаешь? Давай я тебе вот так вот. Ты будешь вот так смотреться. Угу. Смотрится обалденно. Как? Так, мне нужно узнать, сколько стоит вот этот цветочек. Вот этот цветочек, бархатный листочек. Ну, тоже 500 рублей. А я розы решила ведь покупать, а? Я найду корпус желтоватый, композиции нет. Алоказия микс. Ту-ту-ту, сансевьерия. А я не знаю, как оно называется. А как оно называется? Горосталь. Еще вон, смотрите, это тоже алоказия, что ли, да? Эхеверия 398. Вон, смотрите, какие. Я так их хотела. Я в одно время чуть с ума не сошла. Так я их хотела. Так я их хотела. Но вот хотела я больше всего вот эти вот с бархатной листвой. Ну вот зачем, Люда? Тебе зачем? Тебе что, мало? Вот один уже подсыхает. Дело в том, что... Проедете? Да, туда. Дело в том, что они очень капризные. Им нужна подсветка обязательно. Вот так они расти не будут. И вот этот, смотрите. Такое впечатление, что он как пластиковый этот лист. Вот. Что мне нравилось. Это листва их невероятная. То есть без подсветки брать их не стоит. Очень даже странно. И этот красивый. А вот этот я уже взяла. С места даже не двигается. Ну то есть, а что ему двигаться? Ему всего 2 недели, как говорится. Так, ну все, наверное. Или розу мне брать, или вот этих 2 товарища, которые я хотела. Особенно вот этот бархатный лист называется. Для меня бархатный лист. А как он называется, я сейчас посмотрю и цену его узнаю. Смотрите, какая красота. Какая красота. Я уже розу перехотела. Ух, вот так вот набрала вот такую красоту. И от нее я отказываться не буду. Не захотят у меня расти, но я что могу сделать? Я ничего не могу поделать. Вместо горшков я взяла ведра. Это намного дешевле получается. Мне все равно их прикапывать. Вот, поэтому сойдет и ведро. 120 рублей ведро стоит. И горшок 350 рублей. Так что я согласилась лучше на ведро. Вот так. Вот такая красота народа. Море, все берут цветы, все что-то покупают. Так, ну теперь посмотрю, что здесь есть. Посмотрю, все деньги свои потратила. Вот такие ведра. Я купила за 1100. О, за 1000, за 160. 160, 110. А эти дороже, да. Почему? Мы с девочками решили, потому что они смеют мешать. Там мало ли ударится ведро. Оно крепче пластмасса здесь сделано. Так, ну ладно. Пергола. Вот так вот она называется. Вот такая красота. 75 тысяч. Ну, плюс доставка, плюс туда-сюда. Так, дальше. Пойдем посмотрим, что здесь. Да, еще 880 рублей. Забыла я спросить, почем те кудряшки, которые в Горчухино были. Здесь вот они, пожалуйста, мини. Ага, сейчас вот эти нижние вот почем. Угу. Ну, там они поменьше. Вот они приблизительно вот такие. Точно. 755 рублей, Даника. Я не помню, какая у нас с соседкой была. Туйка. Вот. Но она не пережила зиму, поэтому больше я с ними не связываюсь. А тот казацкий можжевельник, который растет, довольно-таки доволен жизнью, растет, разрастается хорошо. Раскладушки. Кому нужны раскладушки? 2500. Так. Ну вот такую вот штуку, вот чисто, я не знаю, чисто загорать, да? На ней долго полежишь в вот таком вот состоянии? Мне кажется, нет. Но это для нас ненужные вещи. 3990 пластик, красивые, хорошие для отдыха. Столики, ну это людям, которые нужны эти столики, приезжать, смотреть, тем более в разных Леруа Мерлен, они... У них может быть разная цена. Вот оценка, пожалуйста. Мало того, что уже лето заканчивается. Сколько нам осталось до конца лета дней? 28 дней, все. И все. Вот так вот. А как мы ждали лето? Как мы ждали, когда снег растает? Как мы ждали, когда можно будет розы раскрывать? Вот так вот. А тут уже лето заканчивается. А я говорила, сейчас не успеешь глазом моргнуть. Опа, а лето пролетело. Так что оно уже реально пролетело.
Ладно, пойду посмотрю, какие там есть цветочки. Цветочки-лютики. Но дело в том, что я потратила реально свои деньги все. Даже мне Саша помогал. О, какая красотка. 10290. Шервуд компакт. И что-то вид у них не айс какой. Ладно. Не будем сравнивать, где дешевле, где дороже. Так как покупать я ее не собираюсь, эту сосну. Уже была. Не пережила. Не пережила того отношения, в которое ее посадили. А они продают, конечно, хотя бы предупреждали. Там у нас корни скрюченные. Вот. Или, ну, я не знаю. Конечно, все люди, которые покупают, должны знать, что набирают сезонных рабочих. Вот я сейчас просто не стала снимать, так скажем, людей, которые работают там, да? Человека, естественно, предупредили о том, что нельзя корни скрючивать. А куда она их денет? Как она их туда вот уложит все? Вот этот ящичек, который намного поменьше. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Метельчатая 877. Тач-ту. Тач-ту. Метельчатая. Я поняла, что вот метельчатая, это вот которых много вот так вот. Вот много палочек. Как не тёлочка она. Вот это крупнолистовая, наверное. Ну-ка, почитаем. Гортензия, точно. И Лариса мне сказала в Апрелевке, что есть еще она такое слово выговорила. Я даже не запомнила это слово, к сожалению. Ну, ничего не поделаешь. Так, вот это вот так вот. Лаймлайт. Но в очень ужасном состоянии, я вам скажу, эти гортензии. В очень ужасном. Вот. Ну, естественно, люди разобрали то, что уже самое. Вот так вот мы покупали вот такую гортензию, вот так вот страшную корявочку. Страшную-страшную. И вот она у нас сейчас только где-то на третий год, как говорится, разошлась. Ну, стала цвести, стала расти хорошо. Так, этих девочек я покупать больше не буду. Я лучше розы буду покупать, розы кардана. Почему так? Да потому что они все, я их выкинула, так скажем, на улицу. А они у меня все гнили, я их посадила там в горшок. В прошлом году они все у меня цвели. Все было прекрасно. Смотрите, какая красота, да? Ну, вот так и просит. Купи меня, купи. О, облетает листва уже. Вот, покупать не буду. Все. И связываться больше не буду. Так что, ой, какая красота. Какая нежность. Представляете? И вот как не купить? Когда приходишь, хорошо, что я у Горчухина с пользой погуляла. С очень большой пользой. Сколько? 1400, две гортензии. Две! В шикарном виде. В шикардосном. Просто прям в шикардосном, шикардосном. Так. Пелагония зональная. Ага. Вот так вот. Так, ну что? Очень много желтых красивых бегоний. Очень много разных кустиков, розы, все так же продаются розы. Так, здесь печальная история, уценка, уже очень печально прям смотреть. 3500, за что ты там 3500 уценили? Кто не возьмет, никто, придется, наверное, быстрее всего выкинуть. Так, вот смотрите, ромашки, 250, невяник. Она так и называется, правильно называется невяник, ромашка. А, я вчера узнала, почему ромашка называется ромашкой. Так интересно. Там, ну, слово не наше, понятно, просто стали ее уже потом называть ромашка-ромашка. Так, так и даже не смогла передать, почему она называется ромашкой. Так, от слова роман, от имени роман, итальянское слово, роза кардана пошло. 800 рублей. Это те, которые по 1400 стояли, 800 рублей. Вот, роза кардана кашпо, 500 рублей. Ну вот эту уже можно взять. Сколько их там штук-то? Их там много. Вот эти можно взять уже за 500, а вот эти за 800 еще дороговато. Так что романы, ромашки, романо от слова итальянского или какого-то там, ну короче, не нашего, это факт. Вот. Стали ромашка, ромашка. Стали называть ромашку ромашкой. Романа, ромашка. Double Delight. У кого нет этой розы, возьмите. Купите. Будет вам счастье. Но вот это вот из-за того, что в тени, что ли? Возможно.
белокрылка летает. Тепики выписала себе. Ой, 500 рублей, 3 коробочки. Мне как раз хватит на этот год и на следующий. Так, ну, скажу я вам, не берут розы. Все, что было в прошлый раз, так и осталось. Так, вот это белая, да? Бог ты мой, она там бедная. Ее там держат в тяжелых объятиях. Прям красотка. Я не знаю, что это за роза белая. Даже не представляю. И смотреть на ящики, наверное, написано. Не на ящики, а на горшки. Люда, какой ящик? Так, ну и вот. Ничего меня не заинтересовало. Совершенно ничего. Вы знаете, чтобы прям сказать, вау, хочу, не могу. Будем брать. Будем брать. Я уже набрала. Я сейчас предвкушаю тот момент, когда я приеду домой, начну свои, обрабатывать свои покупочки, то, что я купила. Ё-моё, смотрите, смотрите. Сейчас я что покажу, только не надо смеяться. Не надо. Пожалуйста. Серии дворцы. Ну, 1900 это недорого. Вполне себе, да? Достойная цена. Но она вся, прививка одна. Одна, да. Ну, хотя бы две. И она уже оценена. Вот эти ампельки такие. Ну, и, естественно, розы кардана. Так, роза микс 873. Вот это вот какая-то мелкая такая листва. Кстати, очень симпатичная роза. Алден Бизен, мускусная. Ну, мускусные, крепкие розы, хорошее здоровье. Вон, Динки стоит. Я прям даже читать не стала ее. Я поняла, что это Динки. Да что ж такое-то? Ага, она много крепче, чем я купила у Ритули. Представляете? Каждый день 744 рубля. Ну, у Ритули я купила за 200 рублей. Я надеюсь, что за год, за два она у меня, так скажем, придет в себя и выпустит тоже такие же побеги красивые. Ну, здесь, пожалуйте, цена. Просто я вот так вот показываю, потому что там дети ходят. А детей, так сказать, снимать не в моих привычках. Какая нежная, ёперный театр. Передает камера? Нет, бледно передает. Какой нежный цвет? Среди красных. И вот этих розовых, вот розовая, да, сейчас, что такое-то, вот она розовая, а розовая, даже розовая не передает цвет. И вот это вот нежная, бог ты мой. Вы знаете, они здесь когда здоровые, да, нет, цвет не передает. Вот когда они новые поставки, только свежие, бог ты мой, какой у них вид. Ну жалко, ну не передает телефон тот цвет, вот он прям вообще замыливает, вот, вот, может быть. Поближе, может быть, сейчас попробую. И просто уже тянусь тут. Если меня сзади кто толкнет, будет капец. Ну, нет. Ну, почти, но нет. Просто, да. Замыливает. А желтые какие? Она вон уже когда отцветает, становится по бокам беленькие. Так, это не Саша мне случайно там бибику делает. Так, ну все, на этом, наверное, я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотры. Всем пока-пока. Всем спасибо за то, что общаетесь со мной, за то, что оставляете комментарии. Ну, за то, что уделяете мне внимание. Это дорого стоит. Всем пока-пока. Вот так сейчас на чеках печатают, когда чек вам дают, Limana Pro.ru. Может быть, со временем они и станут Limana Pro, но сейчас они Leroy Merlin, как бы то ни было. Это то, о чем я сказала в самом начале. То есть, ну, хотят изменить имя, но все равно будет оставаться Leroy Merlin.